Доброй ночи всем, кто спит, и доброй ночи всем, кто не спит. Шалом, братья и сестры. У нас на Украине сейчас ночь, глубокая уже, полтретьего ночи. Сегодня в духе мне были показаны промежуточные такие очень интересные сюжеты. И я сел записывать видео, как услышал внутри этот призыв. И сейчас Дух Святой будет открывать нам очень важные и, можно сказать, глобальные вещи, которые важны для каждого из нас. Сегодня Дух Святой говорит мне, что будет очень важное послание для всего верующего народа. У него каждое послание, оно важное. Вот и мой друг, уже вижу, прямо спрыгнул со стола. У меня здесь стол стоит недалеко. Спрыгнул голубой орел. И я вижу, как он начинает прямо в комнате танцевать, размахивая вот так крыльями. Аллилуйя! Сейчас будет перемещение, и мне открыто, что перемещение будет очень сильно серьезное. И будет важное послание по поводу всех тех вещей, которые в последнее время я неоднократно записывал за очищение, освящение верующего народа. Слава тебе, Господь! Хвала, слава, честь и величие! Слава Богу! Я с голубым орлом уже перемещаюсь, но в этот раз он, видно, меня решил научить немного самостоятельности. Он меня не выхватил крылом, он летит впереди, а я следую за ним. Мой дух следует за ним. Мы с ним приземляемся, я вижу древний город. Вижу большой дворец. Очень красивый дворец. Я вижу, как с этого дворца выходит женщина. Облаченная в очень красивые одежды. Все одежды на ней белые. От нее исходит сияние. Сияние такого цвета, как моего друга голубого орла, исходит от нее. Я вижу на ее голове большую корону, которая просто вся в дорогих камнях. Она подходит ко мне и говорит: Игорь, я Эстер. В Библии синоидального перевода меня назвали Эсфирь. Ищемехем Эах. Я послан от престола славы, от престола Отца, известить тебе его волю. Волю Отца в Сыне Иешуа. Я есть та, которая пришла от торжествующего собора первенцев, который находится в небесном Иерусалиме. Она меня берет за руку
и мы начинаем с ней стремительно передвигаться. Голубой орел парит над нами, и его полет настолько спокойный, что мне это придает еще больше уверенности в духе. Эстер меня выводит на какую-то большую площадь. Я вижу, как на этой площади прямо на виселице висит человек повешенный. И Эстер мне говорит: смотри, это тот, кто хотел погубить Израиль. Это Аман. То, что ты сейчас видишь, перемещение во времени в Духе Святом, говорит мне Эстер, это то, что тебе сейчас хочет показать мой отец. Ищи меме эах. И я пришла известить тебе послание отца. Видишь висящего Амана. Это пророческий прообраз для церкви в то время, в которое ты сейчас живешь, Игорь. Это касается и этого времени. Пришло время вздернуть Амана. Амана лжецерковного. Пришло время отречься от него всему верующему народу. И многие, водимые этим нечистым духом Амана, говорит Эстер. И мой отец говорит всему Божьему народу. Многие из вас просто одержимы этим духом Амана. Вы ревнуете больше о себе, говорит мой отец в сыне Иешуа, говорит Эстер. Вы сражаетесь с друг с другом, обладаемые духом Амана, уничтожая просто тех, кто решил последовательно посвятить всю свою жизнь мне, говорит Небесный Отец сыне Иешуа. Говорит эти слова Эстер. Пришло время очищения и освящения, говорит Эстер, для всей церкви. Передает мой Небесный Отец в Сыне. Кто пропустит это время, войдет в очень сильные духовные проблемы и может даже потерять спасение, говорит Эстер. Ищи Мегерамахама Гемекегегегеах. Многие, еще раз говорит Эстер, повторяю слова моего отца, вы просто одержимы и водимы духом Амана. Через некоторых этот дух действует очень сильно лукаво, прикидываясь безразличием и депрессией. Но сам он знает, что делает. Кайтесь, говорит мой небесный отец, говорит Эстер. Пришло время повесить Амана, отречься от него. Перестаньте уничтожать друг друга, говорит Эстер. Перестаньте уничтожать тех, кого поднимает мой отец, говорит Эстер. Отец в сыне Иешуа. Ашимекех. Время очищения и освящения. Пришло для всего Божьего народа. Время ходатайственных молитв очищения и освящения. Время постов. Дабы народ Божий, большинство из них не погиб. Амен. И опять стремительно с голубым орлом мы перемещаемся по небесам. Мы приземлились, и я вижу как бы небольшой такой двор. Он мне чем-то напоминает тюремный двор. И вижу отсеченную голову. И лежащий топор.
На таком большом куске дерева, на котором, ну, видимо, была отрублена эта голова. И я вижу, как ко мне стремительно подходит мужчина. И от него исходит необычная красота. И по мере того, как он ко мне подходит, я вижу, как он весь переливается в кроваво-красных тонах. От такой от него исходит свет, кроваво-красный. Вся одежда его, она просто увенчана дорогими бриллиантами. Он подходит ко мне стремительно, берет ко мне, меня за руки и говорит мне: «Игорь, я послан от престола славы Отца, я апостол Павел». Он подходит быстро к тому месту, где лежал окровавленный топор, берет его и дает мне его в руки. «Этим топором, — говорит апостол Павел, — я был умерщвлен. И после этого действия, умерщвления моей плоти, я был стремительно отправлен к торжествующему собору первенцев, где я сейчас и нахожусь, — говорит Павел. Я смотрю на этот топор, и по мере того, как я его держу, я просто внутри, в своем духе, сильно ощущаю, как на меня сходит. Не могу передать, я чувствую, как мне надо сильно каяться вообще во всем. Реально каяться. Апостол Павел смотрит на меня и говорит: «Да, я знаю, что происходит внутри тебя сейчас. Это начало Божьего очищения и освящения. Этот топор, которым была отрублена моя голова, это пророческий прообраз для очищения и освящения всей церкви. И то, что ты сейчас видишь эту голову окровавленную, мою отрубленную голову, это кровь мучеников, на которых построена вся церковь Божья. И мой Отец говорит всему Божьему народу: покайтесь, 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 прикоснитесь к топору Павла, которым была отрублена его голова, и на вас сойдет очищение и освящение, говорит мой Небесный Отец, говорит апостол Павел. Обрежьте сердца ваши. Моя отрубленная голова, говорит апостол Павел, это прообраз очищения и освящения для всей церкви. Это кровь мучеников. Апостол Павел говорит: я принес послание Отца сказать тебе, Игорь, чтобы передал для всего Божьего народа. Приходит время сильнейшего очищения и освящения для всей церкви. Никто не устоит перед этим. И кто пропустит это, тот будет просто терять свое спасение. Время благодати, которое открывалось сильно и широкомасштабно для многих, что многие думали: вот еще немного погрешим или что-нибудь сделаем не так, оно подходит к концу, говорит апостол Павел. Приходит время сильнейшего очищения и освящения для всей церкви, для всего Божьего народа. Приходит огонь на землю, огонь Святого Духа, говорит апостол Павел, слова Отца в Сыне Ишо, Махамабекеах. Апостол Павел дует на меня, и я вижу, как с его уст сходит сильный огонь. И он мне говорит: каждый, кто находится в небесном Иерусалиме, он может дуть огнем Святого Духа. И я дую на тебя сейчас, говорит апостол Павел, огнем Святого Духа. Каждый, кто живет и находится в торжествующем соборе первенцев в небесном Иерусалиме, имеет этот огонь Святого Духа навечно. Это величайшая награда нашего Отца в Сыне, говорит апостол Павел. И я дую на тебя сейчас этим огнем, и этот огонь даст тебе силы. И ты передашь этот огонь, говорит апостол Павел, огонь очищения и освящения всему Божьему народу. Передавай его.
Пусть этот огонь очищения и освящения сходит на вас, братья и сестры. Амен. Аллилуйя. Опять идет стремительное перемещение. Я вижу большие такие прямо облака, прямо как купаюсь в них. Голубой орел летит впереди меня. Я лечу за ним. И мы приземлились. Я вижу возле себя гору, и вижу возле этой горы стоит очень много людей. Ко мне подходит стремительно мужчина и говорит мне: я пророк Илия, Шемемеэх. Я послан к тебе, Игорь, известить волю Отца от престола славы Отца в Сыне Ишо. Ни-на-на-на-ни. Не-не-не-не-не-не. От пророка Илии исходит очень сильное прямо сияние. Я вижу, как исходит от него сияние. Зеленый, голубой, желтый, белый свет. И вижу, как над его головой прямо горит такой ярко-ярко-голубой цвет, сильный. Пророк Илия смотрит на меня и говорит: это цвет ходатайственных молитв. Это цвет вечного, небесного, Барамракегеях. И я принес тебе. И я принес тебе этот цвет, говорит пророк Илия. Огонь ходатайственный, Сарамрис. Огонь с самых небес. С небес вечности, этот цвет неба, этот голубой огонь, огонь ходатайства в молитвах очищения и освящения. И пророк Илия мне говорит: смотри, я вижу, как те люди, которых я видел многих в начале, они все одеты в современные одежды. Я вижу, как они поднялись на эту гору, их очень много. И пророк Илия мне говорит: смотри внимательно. Я вижу, как они все размахивают, поднимают руки к небу. И я слышу, как они кричат: во имя Иисуса, во имя Иисуса. И я вижу, как они начинают себя просто истязать. И я резко начинаю видеть, как у них в руках появляются прямо такие, как ножи. И они начинают себя резать, прямо резать свое тело, резать свои руки. И они кричат: во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я слышу, как они призывают кровь Иисуса. И вижу, как кровь начинает течь с их порезанных ран. Они стоят все окровавленные. Я вижу, как они взывают о чуде. Я вижу, как к ним на гору начинают подниматься множественные колонны людей, которые находятся в кандалах с цепями. Некоторых вижу просто в наручниках. Они поднимаются к ним со смиренно склоненными головами. И вижу, как они, многие из этих людей, почти все, они падают перед этими людьми на колени и начинают их прославлять. Пророк Илия мне говорит: смотри, это современные лидеры, известные служители многих христианских церквей. Это служители давно стали служителями Ваала. А эти все люди, ихние рабы, которые преклонились пред ними и доверили им свои души. Смотри, говорит мне пророк Илия. И я вижу, как с неба начинает сходить огонь, но этот огонь, он весь, он дымит, вот как такое впечатление, как туда
Это огонь, когда горит множество шин, или пенопласта, такой черный, или пластмассы, черный такой. Я даже чувствую запах этого огня, он вонючий. И пророк Илия мне говорит, это огонь с Поднебесной, огонь тьмы, посылаемый слугами бесовского князя. И я вижу, как с рук этих многих людей начинают падать кандалы, наручники, раны начинают быстро все заживать у многих этих служителей. И они начинают все славить, и они начинают танцевать, и начинают кричать «Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу!» Но я не вижу в их словах никакой искренности. И пророк Илия мне говорит, они стали упоминать имя Господа Царя Славы Иешуа, как имя магическое. Они действуют все в обрядовом оккультизме. Эти люди, которых они приворожили своими колдовскими ритуалами, ритуалами из Поднебесной, ритуалами и заклинаниями Ваала, они все полностью поглощены этими служителями. Эремикеремигеях. Пророк Илия мне говорит, пошли со мной. И я начинаю вместе с ним подниматься на гору. И он мне говорит, смотри. И я вижу, как пророк Илия начинает просто закалывать всех этих служителей. Я слышу, как одного человека, которого пророк Илия закалывает, он начинает кричать. Я же строю пророческий центр, сюда будет съезжаться множество служителей. Но пророк Илия не слушает его слова. Он его закалывает, и тот падает замертво. Я вижу, как он подходит к другим. Они выкрикивают, мы служим Иисусу Христу, но пророк Илия их даже не слушает, он их начинает колоть. И вижу множество, множество, просто гора начинает покрываться множеством и множеством трупов. И я вижу, как люди, на которых были наручники и кандалы, которые потом слетели от черного огня из Поднебесной, я вижу, как эти люди начинают преображаться и меняться. Я вижу сверхъестественно, как они духовно начинают исцеляться. Вижу, как зла с многих падает такая, как шелуха прямо. И вижу, как они начинают прозревать, падают на колени и сильно каяться, по мере того, как пророк Илия закалывает жрецов Вааловых. Двух служителей я узнал, я не буду называть их имени. Которых заколол пророк Илия. И я вижу, как пророк Илия подходит ко мне. Он, у него все руки в крови. Я вижу даже на его одежде кровь. И он мне говорит, смотри, за что платится цена посвящения. Ашемикекекех. Церковь вся должна заплатить цену посвящения пред Господом и должна заколоть жрецов Вааловых. Все жертвенники Ваала должны быть разрушены в церкви. Мой отец призывает, говорит пророк Илия, к тому, чтобы всех Вааловых жрецов закололи, чтобы все нечистые духи, которые действуют через людей, многих служителей, они были уничтожены теми, кого Бог сейчас поднимает в духе истины. Бог, мой отец, говорит пророк Илия, призывает церковь к очищению и освящению. И то, что ты видишь сейчас на мне, что вся моя одежда в крови, руки в крови, это говорит о том, что я трудился на земле, в пророческом помазании и призвании, не покладая рук. Я сражался до крови. И также мой отец в сыне Иешуа призывает сейчас многих войти в посвящение, очищение, освящение и сражаться до крови против жрецов Вааловых и против всякой нечистоты и мерзости в церкви Христовой, говорит мне Илия. Махамегех. Передай послание моего отца, говорит пророк Илия. Отец призывает всех к очищению и освящению. Я пришел к тебе, Игорь, от престола славы отца. Я живу в торжествующем соборе первенцев. Драмакома гемещи мегеридерике геях. Передай это послание Божьему народу. Время длительных постов и молитв. Время взывания, очищения, освящения и глубокого покаяния. И только так многие будут спасены, говорит мне пророк Илия, слова отца. Амен.
Чимбала маламимех. Еще 10 седестас. Киша мала баламимех. Видение прекратилось. Еще рама деста дестес. Отец, слава тебе. Отец, слава тебе. Честь тебе и хвала. Мне пришло такое понимание в духе, и Бог мне проговорил через мою жену Олечку, еще через одну сестру. Она написала комментарий в Ютубе после вчерашнего видео. Еще через некоторых людей. И я сам получил подтверждение в духе насчет онлайн-групп, чатов там, что покамест я не чувствую особого такого стука, чтобы там надо открывать онлайн-группу или что-то делать. Послания, которые нам дает в течение последней недели Бог, я думаю, они понятны даже младенцу. И очень легко можно открыть онлайн-группу, чат какой-то, но на все должно быть свое время. Пока я не слышу особенного призыва это делать, может, я где-то поспешил, что-то сказал неправильно, пусть Господь простит меня. Когда придет это время, я обязательно вам скажу, или почувствуется призыв Духа Святого. Но я думаю, что, точнее, те мысли, которые вкладывает в меня Бог Отец, что то, как мы сейчас ведем формат нашего служения, вот так, когда мы выходим в открытый эфир, записываем эти видео, клипы, что это то, что именно сейчас необходимо, и в этом я чувствую крепкую руку Отца, как Он нас ведет. И если каждый призыв, который он будет давать по своей благодати и милости, я буду с любовью вам передавать. Если он скажет нам войти в определенные дни очищения, освящения, то обязательно будем входить. Также Отец хочет, чтобы каждый из вас искал водительство Духа Святого и молился. Отнеситесь серьезно к тому, что вы сейчас слышали, видели. И это сейчас даже не моя просьба. Я вам сейчас говорю, в Духе Святом распространите это видео как можно больше в социальных сетях. Кто как отреагирует, это не моя уже часть. Кто как воспримет это видео, это послание. Я отдал то, что мне было велено отдать, то, что я увидел. Распространите. Идет очень серьезный призыв сейчас для очищения и освящения. У кого есть какие-либо мысли, кому дает Бог, или какие-то откровения, послания, говорите обязательно. Не стесняйтесь, пишите в комментариях, пишите нам в личные сообщения. Сегодня еще одна, точнее не сегодня, уже ночь, вчера одна сестричка прислала мне на Вайбер сообщение. Она говорит, получила впервые откровение за Украину. Я могу сказать, что вы это откровение получили по духу, оно коснулось, что Бог дал определенное послание для Украины, также для очищения, и что чаши наливаются. Да и аминь, идут подтверждения. Делитесь вашими откровениями, вашими, точнее не вашими, а Божьими пророчествами, которые дает вам Отец. Будем молиться, будем искать лица Божьего. И я думаю, что сейчас многие небольшие общины, группы, может, это коснется и определенных церквей, будут входить в эти длительные посты и молитвы для очищения и освящения. Бог дал конкретное видение и направление. Хорошо молиться сейчас о различных вещах. Можно двигаться в различного рода дарах, но не быть водимым совершенно Святым Духом. Вы знаете, у меня
Определенный промежуток времени моей христианской жизни было время, я сейчас свидетельствую, как Бог благ ко мне, как Он меня также очищает и освящает, что я сам того не заметив, стал просто двигаться в течение лишь только одних даров. И где-то я, неважно, что-то пропустил или еще что-то сделал неправильно, я уже покаялся в этом, но меня занесло не туда, куда немного надо, что начался просто выстраиваться своего рода, как валов жертвенник. Бог разрушил этот жертвенник, свидетельствую, и Бог знает, что я сейчас говорю истину. Когда ты начинаешь двигаться лишь только в одних дарах, ты можешь просто начать выстраивать самый обыкновенный жертвенник Ваала. Но наш Отец, Он настолько нас любит, и Он призывает нас всех к очищению и освящению, чтобы мы пересмотрели наши жизни. Чтобы мы не строили нашу жизнь на одних дарах, но чтобы мы имели крепкую связь с Ним и Его водительство в Сыне Иешуа, водительство Святого Духа, нашего любимого Святого Духа, нежного Святого Духа. Потому что нежность Святого Духа, она как нежность материнская, даже более. Маширами герами карамегеях. Дух Святой Мама, Мещин, Бог Отец и Сын Божий Иешуа. Слава! Слава во веки и веки. Шемамара махарам и герами ресерды синтететеях. Бог не укоряет нас. Он сейчас призывает всех нас к очищению и освящению. Сам Бог Отец. Он нас призывает к тому, чтобы мы имели с Ним глубочайшие взаимоотношения в Сыне Иешуа, с Духом Святым. Шемегемекех, амагекех. Свидетельствую вам еще раз. Очень много и много людей, я сам проходил немного этот промежуток времени, двигаются чисто в дарах, в помазании, но не в водительстве Святого Духа. Другие же, как было показано в видении, просто уничтожают тех, кого Бог сейчас поднимает. Я проходил и этот промежуток времени. Я помню, как люди, верующие, пытались меня уничтожить. Это реальные вещи. Но когда ты признаешь, что ты был неправ, то Дух Святой начнет просто производить работу Отца в Сыне Иешуа внутри тебя. Он тебя будет очищать, Он тебя будет освящать. Неважно, как ты упал, неважно, как тебя занесло, ищите Бога Отца в Сыне Иешуа. Он обязательно вам протянет свою руку. Он призывает нас сейчас всех к очищению и освящению. Мы призваны двигаться не в дарах. Это уже второстепенные вещи. Мы призваны двигаться в любви Отца в Сыне Иешуа под водительством благословенного Руаха Кодыш. Нашей благословенной Мамы, Дух Святой, Ты для нас как Мама. Ищем и бемихам и бемикеах. Аллилуйя. Будьте благословенны. Пусть Бог сильно и сильно вас благословит и поднимет. Слушайте этот призыв. Аминь.